She's a lady. Всем привет! Как делишки? Время 7 утра, 7-8 уже, доброе утро. Уже не так уж и рано. Блин, я так расстроилась, моя любимая пижамочка, причем она новенькая у меня совсем. Я сейчас увидела, что тут тоналка, прикиньте, вот здесь сбоку. Как убрать тоналку, я, кстати, не знаю, вообще, вообще мне кажется, тяжело, да, отходит же. Даже? She's a lady. Wow, 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 she's a lady. Так, мне надо попить сейчас. Попить, попить, я еще ничего не пила. Сейчас музычку с вами включим. She's a lady. Wow, 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 she's a lady. Блин, смотрите, как мне бы эти айпад разбило. Просто капец, посмотрите. Я в шоке. Антисептиком отходит хорошо. О, да? О, блин, сейчас я попробую. Ну, не сейчас, прямо когда. Поэтому... Так, я всегда утром пью горячий стакан воды с... Ой, холодный. Вообще, просто комнатная температура. Воду с медом. Почему так рано? В смысле рано? Я вообще встала в 6 с чем-то. Мне все рано стоит. Не люблю долго спать, мне тяжело. Я сегодня хотела еще раз потом лечь спать, но у меня не получилось. Здесь мне хорошо настроение. Где дочь? Доченька спит еще. Татико, привет! Привет! Татико! Так, где будет? Если Татико спит еще, ей Татик только через полтора часа нужно. Нам идти на минуту. Ну, минуту, ну, четыре. Так, все, вот моя водичка с медом готова. Обожаю воду с медом. Ты бежишь по моему мнению. Может, танцуем? О том, что внутри я самым сокровенным. Эти строки не про секс, это больше, чем постель. Эти песни о тебе, ведь ты бежишь по моим венам. Эти песни о тебе. Мне так нравится эта бежавка, мне так обидно, что я ее испачкала. А ты причем сегодня, когда одевала, увидела. Татусик, ранная птичка, жаворонок. О, мамочка, привет. Давай с тобой прямой эфир.
А что ты отклонила меня, мол? Через 10 минут. Хорошо, мам. Так, сейчас. Еще надо какую-нибудь песню включить. Ну, это грустно. Нет, надо веселую. Сейчас, сейчас я включу веселую. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас включу, подождите. Так, это только что мы песню слушали? А, вот. Сейчас будет классная песня. Эй. She's a lady. Так, как бы тебе не хорошо, пока сейчас без полтора часа уже пойдем в садик. Если не такое хорошее настроение. Таточка, доброе утро. Всем доброе утро, Никола. Свет жалко, что можно какое-то лицо черное, нет? Оу-оу-оу, she's a lady. Видите? Я леди со смайлом. Так, что так рано? Вообще-то не рано, уже время 8 часов. Для меня 8 часов это не так уж и рано, потому что обычно я встаю в 6. Иногда бывает в 5 там с копейкой. Я не могу долго спать. Все время телефон поднимаю. Так, во сколько на неделю начинает расти животик? Слушайте, мне кажется, это все индивидуально. Но у меня не было такого, так, такого живота, какой мне хотелось бы, чтобы он был. И я вот так ходила и как-то, как это сказать, ну типа мне хотелось, чтобы он у меня был, я так его искусственно создавала, а сейчас у меня вот такой живот. Так, в честь чего ты в настроении? А в честь чего быть не в настроении, не знаю, просто... Воу, 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 she's a lady. А, так, как ты похудела? Смотри, ты Ребята, ты чё за вопрос? Каждый день я занимаюсь спортом. Каждый день. Вот в 10 утра сейчас я иду на тренировку. Хотите, присоединяйтесь ко мне, я включу ее онлайн. Не бывает никакой фантастики. Мне очень бесит вопрос, как ты похудела. Во-первых, я намного килограмм не худела. Я похудела всего лишь на 5 килограмм. И не считаю это чем-то таким невероятным. И уж заниматься спортом и правильно питаться, мне кажется, дало каждому. Так, плакала всю ночь и говорила с мужем о детях. Он не хочет, а я так хочу еще стать мамой. Ну подождите немножко. Еще у тебя уже есть ребеночек, можешь отдохнуть. Так, что делать? У меня 2 часа еще есть, блин, 1.5. Я не знаю, что делать. Почему так много у меня времени сейчас? Так... Так, дом 2 рекламируют какие-то препараты или бухгалтерии. Дом 2 не рекламируют, хотя я не знаю, может, там что-то они рекламируют. Девочки, не бывает фантастики. Ваша жопа никогда в жизни не станет меньше, если ты будешь жрать таблетки. Ну, пожрала ты таблетки. Ну, и что дальше? И будешь торт есть вместе с таблетками?
Никогда вам жизнь это не поможет, пока вы внутренне, вот здесь не придете к тому, что вы хотите иметь красивое тело, что вы хотите над ним работать, что вы начинаете заниматься спортом. Вы думаете, а, как объяснить? Вот сейчас, например, я вот прям бегу на эту тренировку, я прям жду, я хочу, хочу. А раньше мне как было тяжеловато немножечко идти, понимаете? Просто нужно переосилить, перебороть, и все. Телефон у меня постоянно падает, да, бесит. Блин, я вчера сделала загар, короче. Сейчас надо пойти, мне его будет через минут, наверное. Ну, когда договорю в прямом эфире, пойду его подсмою. Уже надо снимать его. Уже прошло там сколько-то часов же надо ждать. Так, что на голове? Ничего. Что мне может быть на голове? Какой тупой вопрос у тебя. А что у тебя с мозгом? Или с головой твоей? Глупая совсем, что ли? Так, сейчас, подождите. Так, мамочка, вижу, звоню. А где ты, мам, что-то тебе потеряла вот-то? Стало модно, так все одинаково. Музыка в углу где-то плакала. Я с тобой везде. Так, загар потом вещи не пачкать? Нет. Никогда. Привет, мам. Татусик, привет. Танцуем, мама. Татусик. Как дела? Подожди, я сейчас наушники одену. Ну что, мам? Как ты, моя хорошая? Я хорошо, то есть. Настроение? Настроение хорошее, меня это радует. А-а-а, вчера ты приколом не знаешь. Ой, ты вчера не знаешь, что произошло, но потом я тебе расскажу. Ой, звони. Нет, сначала кое-что было, то, что меня с ума свело просто от злости, я была в шоке, все, у меня... Ага. А потом что было? Потом что? Потом, когда я сильно начала выпендриваться, все пошло, как я хочу. Как всегда. Вот, а у тебя что там? Да. У меня все хорошо. Сейчас иду в кафе, попью кофе, покушаю салат и поеду по делам. Сколько у вас времени сейчас? У нас сейчас... ну, где-то около часа. Час примерно. Час. О, нифига себе. Ну, пока 8 утра. Я хочу зайти в Гуччи, кое-что посмотреть, сравнить. Ты можешь мне... Тут только... такой очередь. Посмотри, какой очередь в Гуччи стоит. А ты можешь в Версаче зайти, мам, мне вот эту футболку посмотреть? Я тебя очень прошу. А, зайду. Зайду, посмотрю. Очень мне надо. Очень сильно. Окей. Так, подожди, что тут пишут? Девочки, приветик всем. Девчонки, всем привет. Так, дочка 11 лет, всем привет, я думаю, что старая, если привет. Сейчас дать, тогда жить вместе с семьей. Ой, я не согласна, слушайте, я не согласна. Есть семьи, которые хотят там пожить не себя, может быть, но есть уже ребенок, он хочет наслаждаться с тобой какими-то другими моментами. 35 лет – это далеко не старое. У меня куча знакомых, которые, вот, даже взять вот лето, то Янину маму. В 43 год, нет, в 41 год, она родила тройняшку, 41 год. Ну, и ничего, да, по-моему, мама делала. Героин. Мама героин. Нет, она помолодела только лет на 10. Вот. Mm-hmm. Что еще? Ладно, дедусик. Больше ничего. Ладно, тогда тебе потом. А ты сейчас
Да, ты потом когда домой? Хотя, ну, мне ничего. Нет, вот у меня. Не, я сегодня к Зоре поеду. Вчера я была дома. А вот сегодня поеду к Зоре. Мы 3 дня будем отдыхать с ней. А потом я возвращаюсь обратно в Шэньчжэнь. Ну да. Ладно. Окей. Ладно, давай, да. Чао-чао. Чао-чао. У меня кашель какой-то ужасный. Задолбал меня этот кашель. Ты пойми, что с тобой расходишь, и мы с тобой словно чувствуем. Я лечу туда, где от меня. Я живу с мужчиной, у которого есть дети от прошлых браков. Больше он не хочет ни детей, ни свадьбы. Как быть, не знаю. А, типа, у тебя есть уже, ну, получается, у тебя ребенок от другого брака, вы живете вместе, и больше детей не хочет. Так, ну, вообще не знаю. Ну, ты, наверное, детство, я не знаю даже. Попробуй его понять, почему. Нельзя идти на тренировку. Я всегда иду на тренировки, даже если я болею. Зачем ты мне нужна? Слезы свои оставь для него. Я ухожу, и мне все равно. Так, покажи свой утренний уход. Слушай, без проблем. Давай тогда я сначала схожу в душ. Ты пойми, лиза, но с тобой разбудишь. А, вы меня не будете ждать в душе. Ха-ха-ха-та-та, если бы ты не делала пластику, от тебя бы шарахались все мужчины. Ха-ха-ха-ха-ха. У меня такая харизма, блядь, что тебе такое не снилось. И все мои мужчины всегда были мои и будут мои. Блядь, вот что ты? Вот с утра такая встала, решила обосрать. Иди на свою жирную жопу, блядь, одень красивые трусы и иди занимайся спортом, а не херней занимайся тут у меня в прямом эфире. Дурочка ты моя, ненаглядная. Так, ну и будешь так сидеть, он там уже все пережил, а твоя жизнь будет проходить мимо ни детей, ни определенности. Слушайте, я не знаю, но она же говорит, что у нее есть ребенок, в принципе. Не знаю. Че, вы меня будете с души ждать или нет? Вообще, такую вы хочу, по-моему, сегодня. Я пойду в салон, я помою. Один красивый трусы. Ой, девчонки, кстати, сходите в Виктория Секрет, купите такие трусики там прикольные, купила, симпатичные, они появились. Ну ладно, это не обязательно, но пока. Вот такими пальчиками хорошенькие, такие прикольные, мне так понравились. Так, сейчас я, короче, пошла быстро умываться, быстро в душ. Где моя резинка сейчас? Будем, давайте, ждите меня. Я бегу. Нет, у меня нету детей. Малыш, ты вообще ложилась? То, конечно, я всегда... я во сколько бы не легла, даже если я ложусь спать в 4 утра, я все равно встану в 7. А вообще, обычно... а вообще мое норм... время почему-то всегда я стою 5:45. Меня это, кстати, раздражает. Уж какой-то ни туда, ни сюда. Так, где мой халат? Ты куда пропала? Ой, Ванечка! Ой, блин, у меня столько всего произошло за это время. Блин, я ты просто обалдеешь, что произошло. Вот. Да. На самом деле прикольно. Нет, ничего плохого не произошло, как бы. Не, ну сначала, ну я не знаю, нет, и хорошее, и плохое, и не знаю. Все вместе, короче. Так, ладно, я пошла в душ.
Рассказываю, здесь не могу. Так, все, я, ладно, я пошла в душ. Чуть-чуть камеру так поставлю, так, чтобы вы меня не видели. Так, все. Я прям минуточка, и я вся ваша. И покажу вам уход за лицом. Так, ждем. Ждите, ждите меня на крыльях ночи. Так, меня там не видно, надеюсь, нет. Огонь. Девочки, подождите. Ты пойми, весна, мы с тобой разбудим, но мы с тобой условно чужие люди. Так, музычка, где ты? Без музычки я не буду купаться, без музычки. Только с музычки буду купаться. Так, косметика не стоит, в смысле не смывала, я без косметики вообще-то. Где ты увидела? Ресницы у меня нарощенные, а косметики у меня на лице нет. Так, косметика. Все, иду, иду, все, я уже мало. Я быстро. Ай! Холодненькая была слишком. Так, а теперь слишком горячая. Не подходит. А где музыка-то, господи? Это не... Очень холодно. Так, все ушли. Мы общаемся, пока тут так усоединилось. Я уже все, но меня все покинули. Покинули чат, бля, кому. Ой, блин. Очень холодно, на самом деле, мне сейчас. Ой, мамочки мои, как холодно. Ненавижу холод. Так, все. Я вижу, музыка меня настолько напрягает, какая-то, блин, дурацкая вообще, беспонтовая. Сейчас как громко, сейчас потише сделаю.
Начало вообще эфира было, да, начало эфира было. Так, сейчас. Что-то здесь свет какой-то хреновый. Так, ладно, я пошла за косметикой, потому что косметика уже взрывали. Так, всем. Чуть мне эта маска не нравится. Давайте я вообще уберу маску. Как понять сузило? Что с экраном? Вернуть? Сейчас, подождите. Верни маску, пожалуйста. Так, что с экраном? Я не знаю, может перезайти тогда? Вытянутый стала. Ты как китайца? Йоу! Кто здесь мама? Мама? Я здесь мама! Кто здесь мама? Я здесь мама! Перезайти. Все, заткнись, пожалуйста, со своим кайфом. У меня нет никакого кайфа. Никакого кайфа нету, блин, а ты еще с утра дай мне почувствовать кайф. Нам бы кто дал кайф почувствовать с утречка. Так, теперь все нормально. Уже лучше. Так, ну все, все хорошо. Все отлично. Так. Так, покажи, что ты выпил, мне что-то на лбу вышло чуть-чуть. Так, что я наношу? Я наношу лосьон для лица. Наношу крем для лица. Крем для лица, для глаз и все. И все. Сейчас расчешу свои бровушки. Все, готово. Так. Я вчера просто с Лярой ходила, мне кажется, еще немножечко, чуть-чуть красноватая на лицо. Так, здравствуйте, Батусик спит, как в зеркало у нас смотришь, да? Так, привет с Украины, Украина, hello, Михаил, подождите, сейчас я костюмчик свой надену обратно. На спорт эти раны сколько время? 8:24. Времени еще вагоны целая тележка.
Почему как? Ой, животик мокрый. Почему же, почему? Ну скажи мне, ради бога. Так, у вас помада на губах нет? Так, у меня, да, я делала перемены давным-давно, и что-то один раз сделала, надо было сделать три, я нихера не доделала, но и слава богу. Вот, а брови у меня свои. Волосатые грузинские брови, как надо, все у меня хорошо. Ой, никаких сворачиваний. Никаких сворачиваний приложения, так. Угу. Да, ты еще в душе? Уже нет. Уже нет! Я уже вышла. Так что делать? Я не знаю, что же делать, что же делать, что же делать. Сейчас пойду скорую, Катя будет. Что же делать? Не в курсе я. Не в курсе я. Кися, привет, моя няу, любимая девочка, моя любимая, любовь моя, моя маленькая. Иди-ка ко мне. Ой, блин, покакала, сейчас убирать придется. Вот делать нехер, блин, кошку заводить, что за некакашки убирать. Ну ладно, я тебя люблю. Я тебя люблю, поэтому придется какашки за тобой убирать. Ой, лучше я это сразу сделаю. Господи, вот это утро, бляха-муха, так все хорошо начиналось. Зачем ты покакала, блядь? Кошка, блин. Вонючка. Блять! Я никогда не думала, что за кошкой буду убирать. Сука, это все из этой вонючей любви, блять. Ой, бляха-муха. Ой, фу-фу-фу-фу, блять, твою дивизию, блять, кошка, вонючка, блин. Ой, все, ненавижу тебя. Срочно, срочно избавьте меня от этого запаха. Ой, господи, 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 за что мне, блядь, с утра вот это вот сейчас досталось, блядь? Фу, блядь, твоя моча, как ядерная бомба, блядь, воняет просто, как будто ты... Вообще, блядь, от чумы даже поможет, мне кажется, вот этот запах твоей мочи, блядь. Это было ужасно, кися. Ты меня разочаровала. Ты можешь сразу в туалет ходить? Вот так прям сразу. И смывать потом. Можно тебя попросить так нормально начать жить? И отстань от мухи. И отстань от этого лотка, что ты все около него ходишь. Потом ты мне эти свои лапы в меня суешь, блин, в рот, в лицо. Она все время хочет у меня любовь у меня. Все время она ко мне лоснится. Все время, всю ночь она... И хрюкает, и хрюкает, и хрюкает, и хрюкает. Блин, достала меня. Ну ладно, хрюкает, как она мне нравится слушать. Очень приятно. У меня тоже кошка, тоже пипец задыхаюсь, правильно говоришь? Это же все любовь. Лежу в море, лежу. Так ты хоть на море, бляха-муха. А я сейчас пойду, метрофилий, блин. После того, как говно уберу. После того, как говно уберу. Так, давайте не про каки я завтракаю. Так, ладно, про что поговорим? Я даже не знаю. Сейчас вся... У меня просто впечатление только о каках в данный момент. Нет, кисю я не буду трогать. Сейчас кися это все. Все, кися, пока не помоешься, я не твоя подруга. Я не твоя подруга, пока ты не помоешься. Мы не дружим с тобой, пока я тебя не искупаю. А купать я тебя не буду, потому что сейчас я ухожу. Мне надо будет сейчас Бетти купать. Мне есть кого купать. Сейчас мне надо будет другое, другие какашки убирать. Спасибо, конечно, но нет. Так, Dior Capture крем пробовала? Нет, я пользуюсь престижем. По-моему, нет, Capture я, наверное, пробовала, но это было очень давно. Считаю, что это бессмысленный, в принципе, крем лично для меня. Я очень люблю коллекцию Престиж и покупаю ее, она мне очень нравится. Наполнитель надо, Китти. Слушайте, я какой-то хороший, кстати, наполнитель ей покупаю. Просто вот я сейчас смотрю, его нету, закончился, видимо. Я хотела сразу насыпать. Блин, сразу фигак и побелело. Он опять должен сейчас проявиться чуть-чуть попозже. Подождите.
так, Петя, не разбудишь, а ей уже пора вставать, но у нее есть еще минут 40. Вообще, ей уже давно пора вставать. Не, какой давно пора, наоборот, у нее есть еще время не спать. Все просто кисы. Кися, выходи сюда. Мы покажем, кто это виновница всех какашек в этом доме. Иди сюда. Не идет, стесняется. Говорит, зачем ты это рассказала всем? Дракон вылупился? О, дракон вылупился, потому что Бетти не продержалась даже и 5 часов. Мы что-то откуда-то пришли, она мама сюда руки сувала, я говорю, спать в покое, говорит, этого дракоша. В итоге она его все равно сломала, и дракошу вытащили. И он там маленький такой сидел, он не вырос. А должен был вырасти. Так, ресницы наращиваешь, нижнита. Сегодня иду на коррекцию ресниц. 12 часов дня. У меня будут свежие, красивые реснички, мои любимые. Дочь в садик ходит, да, конечно. Еще как. Покажи котик, да все уже котик. Чего это котик смотрит? Котик наказан. Так, какой эффект делаешь и объем ресниц? Я делаю от 8 до 10, изгиб D. Собственно говоря, все. Сколько ходишь с ресницами? Очень. Вот с Миланиными ресницами я хожу очень долго. Со всеми остальными нет. Вот именно с ресницами Миланы пипец, как я долго хожу. Очень прям долго. Так, куда ты в такую рань собралась? Я вот проснулась, встать никак не могу. У меня в 10:00 тренировочка, в 9:30 я иду в садик, а вообще я всегда рано встаю. И мне просто делать нехер, когда я рано встаю. Не то, что когда я всегда рано встаю. Каждый раз я думаю, может, еще поспать, а у меня не получается, потому что не знаю, чем себя особо занять. Привет, Краснодара. Ой, я же не сделала крем для тела. Господи, блин. Думаю, что-то кожу стягивает. Лицо намазала, а ножки-то не намазала свои козерожки. Ножки-козерожки. Так, все, я сейчас буду мазаться. Подождите. Как Бетти перенесла адаптацию? Это вообще никак. У нее не было никакой адаптации. Она такая радостная была. Она очень коммуникабельная, Бетти. Ну, хоть разговаривать не умеет, но она очень прям коммуникабельная. Очень-очень. Ой, сейчас кремом намажу, хоть заново рожусь, как это говорят. Так, во сколько встала? Что во сколько встала? Во сколько встала? Я встала где-то в 7, по-моему. Нет, в 6:45 пролежала, и в 7 я уже встала. Te amo, te amo. Oi? Так, но мой муж и так для себя. Ребенок мой от первого брака. Общих нет. Ну, блин, живите тогда, радуйтесь, кайфуйте, что теперь делать. Вы же любите своего мужа. У вас же, тем более, уже есть ребенок. Знаете, не всегда наличие детей делает брак крепче. Вы можете наоборот. Ладно, если бы вы были совсем, у вас не было бы ни ребенка, там, ни котенка, и вы были бы такая одинокая, вот у вас есть муж, и вы там с ним живете 16 тысяч лет, и вот он не хочет там иметь детей, здесь я как бы понимаю, да. А когда у вас уже есть свой ребенок, и как бы если ты. С чего вы взяли, что если бы у вас началась бытовуха, памперсы, оры, крики, ночные недосыпания, что, допустим, ваш брак бы из-за этого сохранился, допустим. Никто же не знает, как будет. Поэтому мне кажется, что в принципе ничего такого, то, что он не хочет детей, нет. Вот просто время не пришло.
например, я тоже, как сказать, вот я так типа хочу ребенка, но на самом деле я в ближайшие 4 года, 5 точно не собираю, не планирую. Ну, конечно, знаете, в наших планах особо мало кто спрашивает там наверху, но в целом, извините, ребята, просто крем на ножки нужен. Но в целом, мне кажется, надо уметь наслаждаться жизнью тоже. Все, радуйся, что ты уже воспитала взрослого ребеночка. Теперь можно любить себя, любить своего мужа, ходить на свидания с ним и так далее, и тому подобное. А что я вопросы никакие не вижу? Я его даже сейчас вниз листаю, он заглючил как будто. Ой, как хорошо с кремом. Прям сразу другое ощущение на теле. Прям вот у меня что-то прям все стянуто какая-то. Офигеть просто. Так, я насладилась 5 детьми. Ну, каждому свое, я считаю. Кому-то нравится 5 детей. Кому-то не нравится 5 детей, как бы. То есть кто-то вообще не любит детей, кто-то хочет одного ребенка, кто-то приехал. Это вообще личное дело каждого. Кто сколько хочет вообще, кто сколько вообще может себе позволить. Я вот не могу себе 5 детей позволить. Ой, сейчас ничего видно не было, ты что так близко подошла? Все, кайф. Теперь я цвету и пахну. Буду порхать, как юная попочка. Так, что там пишете вы? Так, а ты хочешь еще ребеночка? Ну, сейчас это вот такой специальный крем, который поддерживает загар. Это мне Наташа подарила. Очень классный, кстати, очень реально. Очень, как сказать... Короче, поддерживает загар и реально очень увлажняет. Прям очень сильно увлажняет. И реально загар поддерживает. Так, а где моя пижамочка сейчас? Где же я ее сняла? Я же сюда бежала и все по дороге сняла, что ли? А, вот она. Висит. Это какой крем для тела? Я могу сейчас сторис выставить. Интересно, я его... Мне его подарила Наташа. Наташа — это моя подруга, у которой я все время делаю загар. Черничка, моментальный загар, который. Никогда. Вот я сейчас вчера его делала, ночью я к ней ездила. Офигенная вообще-то процедура, честно говоря. Мне красит вещи вообще. И она очень круто ее делает. Никогда у меня не красятся вещи, ничего, всегда очень ровно смывается. Еще, получается, этот крем делаю. Раньше у меня его не было, и у меня так бывали проблемы. Потом вот именно этот крем, я другими пользовалась. Потом именно этот крем взяла, вот именно вот этот, потому что именно лавандовый, короче, типа поддерживает загар, и все четко, мне очень нравится. Прикольно прям. И кожа очень мягкая. Так. Ну что, ребятушки, короче, пошла я. Я сегодня зайду попозже, наверное, когда пойду уже обедать, я зайду в обед. Вот, я вас люблю очень сильно. Спасибо вам за сегодняшнее утро. Вы лучше. Чао, какао.